Всем привет, уважаемые телезрители, доброго здоровья. Продолжаем прохождение Minecraft. Игры Minecraft, эпической игры. И в этой серии мы будем делать, я уже забыл, какую-то штуку для термоядерного реактора предназначена. Так, у нас здесь справа, да, кстати, куда-то наверх там идут типа. Сейчас мы сюда взлетим. Ого! Вот тут, видимо, проходили у нас провода и питали системы. Так. А тут да просто вот так закроем сейчас мы его. И нет проблем. Вот так, хрясь. Вот. Все отлично. Но здесь еще свет. Вот единственное, я не знаю, факела чем заменить. Вот как-то не кошерно. Тут вроде все индустриально, кругом факела. Не термоядерный, а фузион, да, фузионный. Фигню с повышающим напряжением, если можно в начале провода воткнуть им в СУ и получать те 512. Что такое ТБ? ТБ никто не отменял. Что такое ТБ? ХВ кабели лучше разводить, а понижать уже на месте. Что такое ХВ? Так, здесь у нас идет еще один провод. Отсюда тоже выходит на 112. Но здесь уже большой маршрут, поэтому я здесь не буду заменять. Так. О, красота! Среди бегущих. Первых нет и отстающих. Бег на месте общий. Укрепляющий. Во! Ну, как вам? Красота же. А туда золотые сейчас пустим. Наверху. Вот это вот все порвем. Нафиг. Расстояния небольшие, поэтому я думаю, что... Так, а здесь что у нас? Ага, здесь провода проходит, да? Я думаю, даже вот так вот надо поверх пустить. Или... А, здесь мы прыгаем. Все, понял. Да, ёлки-палки, как я так сделал-то опять? Вот же оно. Заодно будет служить предохранителем, типа, чтоб больше не шло сюда. Току. Чтоб не шло больше току. Так, ну а дальше как тут хотят, так и запитают. Это вообще закрыть? Помещение. Это тоже закрыть, это не нужно. Так, а это что за куб такой здесь? Больше же техника безопасности ТБ, да? ТБ никто не отменил. Хай вольтаж же. ХВ, хай вольтаж. О, какие термины. Я, конечно, учился на ультрафаке, но что-то я... все эти термины...
Забыл, походу, столько алмазов в никуда на провода потратили. Не, у нас алмазов так-то достаточно было, поэтому мы их особо-то и не жалеем. А мне не хватает жареных камней теперь. Так, жареные камни уходят. Сюда уходят они. Так, как там наш электролизер-то пашет? Отлично, он даже наполняется. Надо срочно ему подавать вот эти штуки. Волшебные. Одиннадцать камней, 16. Стоп. Так, здесь потолок у нас порвало. Значит, надо потолок заклеить. Вот примерно вот так вот заклеим его сейчас, думаю. Кеша. Отлично. Тут все запечатано, тут все запечатано. Здесь почему-то лестница не достроена, но еще непонятно, зачем эта лестница. Это неправильно, кстати, провод стоит. Блин, бур вообще мощный такой. Сжигает прям все. Сносит. Ты не знаешь, зачем тебе нужен твиттер? Да, я не знаю, зачем. Так, эти из одного алмаза выходит 1,125 стекловолокна. Да, нам алмазы экономить вообще ни к чему. У нас этот алмаз, он нигде не нужен. Больше уже не нужен. Его можно рыбам кормить. И курей там кормить. Если они едят эти алмазы, конечно. Я могу как бы сейчас поставить карьер. И алмазы забабахать. Так, здесь у нас что идет? 128 идет. Значит, здесь. Значит, можно здесь пустить такие провода, да? А 32 тогда что? Какой провод? Низковольтный. О, низковольтный провод на 32, оказывается, есть. Понятненько. Что-то тоже разберем вот это вот. Такс. Эта штука мешает теперь. Вот это вообще вот поверху пустить бы его. Факела здесь стоят бесполезные. То есть они полезные, но бесполезные. Отлично. Красота. Они ключом не спиливаются гаечным. Хорошая мысля приходит напосля. Нет, что-то не спиливается. Не спиливается ключом.
это вообще вещь. Вот эти вот микроблоки, да, вот эти вот именно вот такие вот. Это вообще офигенная штука. Вот до этого, которые были, они без понтов, там фасады какие-то дурацкие. А вот эти вот. Это очень клевые микроблоки. Потому что они не занимают лишние клетки. Все. Спрятал провод. Так, теперь здесь золотой надо воткнуть. Все. Отл. Драмик сейчас придет, будет ругаться, скажет. Поставили какие-то дурацкие провода, так еще и спрятали их. Ой-ой-ой. Моя провалится. Готово, в общем. С проводами я разобрался. Так, стоп. Хромовая пыль же сюда, а сюда красная штука должна подаваться. Все, хромовую пыль я сделал. На чем мы там остановились-то? Так, терм. Вот эту вот высокотехнологичную штуку. Хромовая пластина. Делается из слитка. Слиток делается из хромовой пыли. В доменной печи. Индустриальной доменной печи. Да вы что, шутите что ли? Что, серьезно? Только там? О, ноу. В резину не доплетены. А, пофиг. Да, они не доплетены. Вон же они. Торчат. Эти тоже не доплетены. Вон торчат. У вас чего? Ее еще нет. Да потому что взорвалась она. Блин, драмика нет. Время уж сколько уже прошло-то. Обещал зайти. Там 512. А, здесь пишет он, что... Так, как он там назывался-то? Доменная, дом. Теперь вы будете иметь взрыв. 128 максимальное напряжение, оказывается. То есть оно должно питаться вот от этой штуки, которая внизу. Оба, Настя, что это такое? Что-то я не вкурил. Трансформатор есть, а схема сборочная машина откуда питается-то? Оно не работает. В нем накоплена энергия была, она его использовала. Как там делали-то через собачку эту штуку? Инд. Как эта штука выглядит? Так, какие-то бутылки, красно-зеленые штуки всякие. Металлоформовочная. Странная разводка электричества у вас. Не делаем фузионку. Провода. Провода-то нет. Да, там внизу не было провода. Он использовал то, что в нем накоплено было.
А потом остановился. Так, мне надо грех теческий теперь посмотреть. Ядрить, кудрить. А я сразу вижу, где она. Вот она. Сборочный станок. 32? Максимально. Вот эта штука потребляет 32, да вы чё, серьезно? Ну, этот трансформатор-то сколько выдает? Он же вроде больше выдает. 128 выдает. Кто вообще его сюда поставил, блин? Короче, мне нужен еще один трансформатор маленький. Тоже 32. Значит, там внутри еще один трансформатор стоял. Смотрим, ищем, короче, трансформатор, который самый... Вот он, низкого напряжения. Ну и туда втыкаем, да и все. Да ведь, правильно мыслим? Вот сюда втыкаем его. Единственное, как-то надо развернуть сейчас его, умудриться. Ключом, походу. Так, сейчас. Как-нибудь вот так вот встать. Так, вроде повернул. А, может теперь настроить его надо? Понижающий. О! Пошел процесс, смотрите. Отлично. Вроде пошел. Да, пошел, все. Все супер здесь работает. Блин, да я теперь вообще капец, этот, как его, специалист в этих делах теперь я. Вот здесь вот пустим еще провод и подключим сюда вот эту вот печку здоровенную. Так, надо пережаренный блок сейчас нам. И побольше. Пятьдесят восемь штук, я думаю, нормально будет мне. Здесь будут идти провода. Причем вот эти вот провода пустим. Так, стоп, на 32 же. На 32 надо другие провода. А может устройство трансформатора стоит внутри? А как теперь посмотрю-то я это? У меня нет такой штуки, чтобы посмотреть. Разобрать только если. Знаю, что какое-то устройство есть, чтобы смотреть это. Но какое конкретно устройство, я не знаю. Вольтметр, может. Изолировано, низковольтный провод. 3 штуки. Отлично. Как он делается-то у нас? Резина нужна. А вот резина. Низковольтный провод. Еще супер. Большая синяя прямоугольная грех тех хреновина сом. Так. Синяя прямоугольная, говоришь, да? Вот это что ли, отладочный сканер? Его вроде нельзя сделать, это такой в креативке делается. Нет? Или еще какая-то штука должна быть? Портативный сканер? Полоска с желтой окантовкой. Кстати, а что за портативный сканер? Зачем он нужен? Отладочный сканер нельзя сделать, это для админов. А вот что такое портативный сканер, вот это стоит глянуть на сайте Грехтеха.
Так, сейчас я посмотрю в списках внизу. Тут музыка пропала. Надо мою любимую музыку загрузить. Так. Вот она. Та-дам. Та-дам. Зря здесь, жаль, что нельзя здесь поставить на бесконечный, там, не знаю, по кругу, там, типа, по циклу. Смотрите-ка, у нас МФСУ-то уходит куда-то. Получается, ядерный реактор не успевает, что ли, заряжать, чем заправлять? Отлично, апгрейд готов для этой штуки. Попытаемся в него ее воткнуть где-нибудь тут подальше от этих всех штучек. Ух ты! Он установился в него! Два трансформера апгрейда поставилось. Найти бы теперь это столько энергии, чтобы запитать его. Нашел. Так. Внимание, ставим эксперимент. Вы ничего не видели? Чау. У нас пол пробило. Тут. Вот так вот оно бывает. Это что такая табуретка? Кто здесь выключатель поставил в яме? Блин, еще здесь трансформатор унесло. Так, уважаемые телезрители, я боюсь, что скоро я закончу. Тут проход теперь у нас. Мелфис, в общем, смотри, вот сюда я поставил одну штучку, называется электролизер с двумя трансформаторами. И подключил к сети. Но, видимо, в сети было больше, чем 1000, или сколько там, 2000. И, короче, тут случился бада-бум. Бада-бум, бада-бум. Это что за фигня здесь стоит? У нас есть тепловые генераторы еще. Да. Придется это восстанавливать. Ты подключил не тот провод. Да все я тот подключил. Да как ее эту разводку-то сделать, блин, если б я знал еще. Да это в него два трансформатора воткнул. Там он должен был 2000 выдерживать вообще как с добрым утром. Но он не выдержал 2000. Да что такое не ставится? Да лаги, мутафаги. Этот вообще 128 выдерживает. А зачем сюда тащу я кабель этот?
Неправильно кабель-то идет сюда. Такой вот должен быть здесь кабель. Кстати, сервер стал лагать почему-то, или у меня клиент лагает тут. Мелфис, у тебя не лагает? Мне что-то лагает. Какие-то рывки. Так, как бы предохранить-то? У тебя Java, походу. Да, кстати, вполне возможно. А ты что, печку сам, да, сделал, ты доменную? Или ты ее нашел, Мелфис? Индустриальную доменную печь ты сделал или нашел? Нагревательные штуки, индукционная печь. Сам сделал? Ясно. Ну, короче, тогда я не буду его втыкать здесь, я просто подготовлю место под него. Конечно, драмик здесь все разберет. Чтобы посмотреть, как это сделано. Как оно тут. Все. Вот так вот я сделаю. Ну, чтобы он здесь прошел, воткнул и все окей. Да, у меня вообще сильно лагать начало. Сейчас я, наверное, перезапущу клиент. Java, скорее всего. Ну, особенно после взрыва вообще. Даже мышка перестала нормально двигаться. Я заставку здесь включу. Кеша. Кеша. МФСУ выдает 8К. Да, устройство выдерживало 2, а МФСУ выдало 8. А чё? Да, трансформатор же вроде такого нет на 2000. Или есть такой трансформатор? Есть их теперь. Геопорос это вот я краб. Надо было трансформатор сделать. Я думал, что нет трансформатора больше. Блин. Тут. Какую-нибудь музычку что ли включить? Мне как-то, я помню, Мелфис, по-моему, давал ссылку на клевую музыку. О, это меня успокоит. Отлично. Хотя я и так спокоен, как удав. Но это вообще успокоит. Красота! Кстати, я Sims поставил на основной диск. Системный SSD-шный. И они перестали лагать. Ну, то есть, сильно перестали лагать, но все равно иногда подлагивают. Кеша. Надо бур зарядить еще. Лаги не пропали, нифига. Все так же лагает сильно очень. Очень-очень сильно лагает. Мелфис, я там диск вытащил из проигрывателя. Да, я вытащил и вот засунул в стойку. Вот
Вторая слева, короче. На второй полке. Туда поставил. Меня побили. Так. Ну что ж, надо восстанавливать электропотребление у нас, потому что все оборвалось. Здесь был главный узел наш. Вот отсюда он шел. Мистер Фрост, Joined Game и Left Game. Пока-пока, мистер Фрост. Спасибо, что зашли. Основной узел идет оттуда. Туда идет, идет и сюда приходит. Вот здесь вот 8000, короче, идет. Давай, пока. Так, значит, надо сделать трансформатор, который будет понижать до... А какой сейчас смысл делать такой трансформатор? Уже сейчас нет больше такого смысла. Смысла в нем. Сейчас, короче, я хочу сделать эту штуку, портативный сканер. А, чтобы сделать портативный сканер, мне надо запустить тут токи. Так, стоп, высоко... Как его там? Трансформатор высокого напряжения же у нас здесь лежал. Один я для крафта использовал. Да, вот один здесь лежит. А это что такое? МФСУ здесь даже валяется. Офигенно. МФСУ сразу сюда кидаем. Будем здесь заряжать барахло свое. Если, конечно, это не Мелфиса. МФСУшка была. Если Мелфиса твоя МФСУшка там лежала, то забери его назад тогда. Если нет, то я его здесь оставлю, чтобы заряжать эти всякие вещи. Там ранец, например, электрический зарядить. Такс. Это я сделал, так бур надо зарядить. Катл стримит. Грампуем на бездорожье с Михалычем. Как они без меня могли? Ой, я, кажется, видел уже. Я сейчас ударился с собаком об камень и подумал, что взорвусь. Гексон, мест уже нету. Хотя нет, есть место, но мы уже не будем играть. Это последняя каточка. Просто как бы зайти можно только в момент, когда создается лобби, а потом никак. Не, ну если он сейчас, если он сейчас готов, нашел. Пока мы тут много не прошли, можно в принципе, пересоздать. Да, Гексон, если у тебя есть этот? Если сейчас тебе устанавливать, не нужно полчаса? Я так и воронку нашел. У тебя есть пиратская версия вместе не с... Не установлен, с, но с я... Блин. Мы тебя возьмем. Он уже я пару часов стримит, я чё-то не знал. Вообще... Ой-ой-ой! Он справа от тебя. Повезло, слушай. Так, справа, ну что, пойду тогда я поезжу. Деревянный. Блин. Поезжу. Здесь тоже надо делать. Сейчас я, короче, по... Сейчас я им скажу, что я... Мелфис, а... Чё скажешь? Я это тогда пойду, поиграю с ними. Трансформатор высокого напряжения сейчас я воткну туда. Так, где он тут стоял-то у нас? Чтоб электроэнергия, чтоб у тебя здесь была. Так, вот он, трансформатор. Так, и низкого напряжения еще надо один поставить. То есть, как среднего напряжения один. И потом пойду к ним. К ним пойду. Ну вот отлично, как раз ко мне стал... Ой, не тот провод откнул.
Золотой надо попробовать. Ой, там куда-то еще подключился. Что-то это не есть хорошо. Еще взорвется. Вообще снести его отсюда. Так, вот. В принципе, здесь провода есть. Он должен работать сейчас. Так, здесь сверху золотой еще пустить. Ой, не такой. Золотой, вот он. Короче, я провода все восстановил на офисток. Смотри, тут все теперь работать должно. Отлично. Я там все воткнул, то есть все эти штуки работают. Схема сборочная. Единственное, вот индукционная печь, но драмик, я думаю, воткнет, придет он. И в индустриальную центрифугу нужно подкидывать. А, энергии не хватает, говорит. Но сейчас появится энергия, и все нормально. Сюда нужно подкидывать эти вот штуки красненькие. Все, я пошел этот, как его, этот тир играть. Так, у меня с собой хромовая пыль, я его сюда выкину. А, сюда не выкину, вот сюда куда-нибудь выкину. Успехов. Да, спасибо. Что-то сегодня 37 минут, так, это последняя серия. Спасибо всем, кто смотрел, спасибо, что смотрели наш стрим. Привет всем от Мелфиса, он у нас заменяет драмика пока. То есть активно принимает участие, все строит, делает, конопатит тут. Видите, какую-то красоту навел. И всем пока. Да, сейчас у нас... Ау! Застрелил нас.